бывает так, что когда я слушаю себя со стороны, слушаю свою игру со стороны, мне хочется блевать. И в данном случае это не исключение, все плохо, все какое-то дерганное, все какое-то резкое, нормальных фирменных фраз вообще по пальцам пересчитать. Мне кажется, что любой более-менее серьезно занимающийся на бас-гитаре человек может сыграть гораздо лучше, почти любой. Просто уничтожить это соло, уничтожить мою игру, просто стереть лица земли и сжечь его на костре. Но сейчас не об этом. Сейчас я хочу объявить для вас конкурс. Как вы уже могли видеть и могли догадаться в начале ролика, я сыграл фрагмент блюза 12-тактового, до мажорная тональность, 12/8 размер. Такие блюзы любят, например, Банамаса играть. В чем сущность конкурса? Ваша задача сыграть подобное соло под минус, которое будет в группе ВК. Сыграть или придумать свое, либо сыграть, как я сыграл, повторить. Потому что не все умеют импровизировать, например, но они могут просто повторить. Нет запаса фраз, к примеру. То есть сыграть такое соло, либо повторить мое и прислать мне видео, прислать мне ссылку на YouTube, на почту или в личку ВК. Все ссылки оставлю в описании. Конкурс продлится ровно месяц. Мне кажется, этого более чем достаточно. Даже новичок, неопытный музыкант, который не умеет импровизировать, сможет что-то повторить или заменить то, что сложное, на свое более простое. И если он действительно хочет поучаствовать в этом, хочет прокачать скиллуху, хочет развиваться, вместе с этим, так скажем, конкурс-урок такой, творческий конкурс-урок, то этого, мне кажется, более чем достаточно. Необходимо записать один квадрат, как это было в начале, всего 12 тактов, не надо 2, 2 это будет долго, душно, и многие отсеются просто из-за этого, не захотят участвовать, но очень долго, очень будет тяжело. Поэтому всего один квадрат. Если вы по каким-то еще непонятным причинам не играете на бас-гитаре, играете на каком-то другом инструменте, ничего, можете присылать свои варианты на каких-то других инструментах, гитара, там, саксофон, пианино, пожалуйста, будет интересно. Послушаем, оценим. Что у нас будет в итоге? В итоге я проведу стрим, ровно через месяц я напишу пост, где объявлю, что будет стрим, и если будет достаточное количество людей, которые захотят поучаствовать, будет смысл. Тогда мы проведем стрим, на котором мы посмотрим все работы, оценим с чатиком, пообсуждаем. Но в итоге, скорее всего, будет голосование. То есть, может быть, на стриме мы выберем самое лучшее, а дальше будет голосование. Поэтому я думаю, что, скорее всего, в итоге будет голосовалка по-лучшему, по лучшей работе. Что касается критериев оценивания, у меня их будет 3. Первый критерий – это качество исполнения, второй критерий – это креативность, и третий критерий – это качество звука и звукозаписи. Первый критерий – уровень исполнительского мастерства. Сюда входит много чего. Во-первых, это звукоизвлечение. Во-вторых, это качество исполнения технических элементов, там слайды, вибрато, подтяжки, стаккато, легато и так далее и тому подобное. Оценивание их игры. Сюда же ровность игры тоже входит. Тут понятно. Далее, креативность. Креативность относится к тем, в первую очередь, кто захочет сделать свое соло на основе моего. И, опять же, объясню. Если вы будете это делать, вы должны будете основываться на соло, которое я сыграл, используя их фразы, дорабатывая, улучшая, как-то это креативно обыгрывая, интересно. Это будет оцениться выше, чем если чувак придет сыграть просто на шару квадрат, даже опытно, он может это круто сыграть, но это нечестно будет, согласитесь. То есть он затратит меньше энергии, какие-то фразы не выучит, то есть он, ну, это будет менее оцениваться. Поэтому тут качество креативности и креативность будет оцениваться. Третий, последний пункт – это качество звукозаписи. Естественно, если два чувака круто сыграют, например, очень хорошо, там суперпрофессионально, намного лучше, чем я, но у одного будет качество там вообще так себе, у другого будет нормально записано, видно, что с любовью в сердце человек отнесся, хорошо качественно сделал, хорошая картина, хороший звук, то, естественно, человек будет оцениваться лучше. Вот, так, вот такие критерии, чтобы вы понимали, для оценивания. Естественно, конкурс не может быть конкурсом без подарка, без какой-то цели, без какого-то приза, без какого-то мотивации для человека, даже чисто символической. Поэтому я разыграю вот эти наушники Marshall Mode, прикольные, фирменные, крутые наушники с крутым звуком. Первое место, кто выиграет, у кого будет самый удачный по итогам голосования, по итогам оценки, самая удачная работа, самая сильная, который уничтожит мое соло просто в пух и прах, покажет, кто тут главный, тому я отправлю с деком просто, когда это все уляжется с карантином, я надеюсь, как можно скорее, я отправлю вот эти наушники. Вот. Поэтому вперед!